Здравствуйте, сейчас в эфире вы смотрите телеканал ТВ, и сегодня мы хотим провести опрос среди жителей нашего города. Не переключайтесь. Что вы думаете по поводу неформального микса 5? Чё, блядь? Какой нахуй, блядь? Не, ну а чё, короче, я считаю, нормально, чисто пацанская блядь. Тема такая. 4 июня прийти так, отдохнуть с пацанами так. Тусануть, блядь. Короче, выступать будут такие охуительные ребята, как Сальериковна, Хирургна, Кастом Росна, Флэштрёпна, Ингарнана. И другие на. На. Слышь, кирпично. Давай на. Короче, а когда вообще сходня, где будет происходить, чё почём вообще, чтобы там с пацанами стрелкануться? Усануть опять. Короче, сходняк в Алма-Ате на 4 июня 7 вечера на клуб. Клуб находок? На. Угадал, сука. Если ты ровный пацан, короче, приводи свою там чекулю, там, братюнь, всех дела, там, бабушку, дедушку, на будет охуительно круто! Да! Запахло весной, метелем отбой, хозяин седой,